Зимой 2005 года во дворе одного из частных домов города Касимов обнаружили тело 18-летней девушки с признаками насильственной смерти. Погибшей нанесли множественные колото-резанные раны. 14 лет назад преступление раскрыть не удалось. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, в связи с чем предварительное следствие по данному уголовному делу было приостановлено. Целенаправленная работа следственных органов Следственного комитета по раскрытию преступлений прошлых лет, которая проводится совместно с сотрудниками органов внутренних дел, а также использование современных достижений криминалистики, позволили в настоящее время установить подозреваемого в причинении смерти 18-летней девушки. Следствием установлено, что вечером 23 декабря 2005 года обвиняемый, будучи несовершеннолетним, в компании знакомых распивал спиртные напитки. В тот вечер он пошел провожать домой понравившуюся ему девушку. Около ее дома он стал настойчиво предлагать ей продолжить вечер наедине. Девушка ему отказала. Тогда мужчина достал из кармана нож. Где-то здесь. Обнимается, целовались, а потом поругались. С чего, я не знаю, не помню. Достал нож, сколько раз, не помню. Мужчина нанес ей не менее 75 ударов в туловище, шею и голову, а затем около 10 ударов деревянной лопатой. От полученных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, а мужчина ушел домой, выбросив по пути нож. Теперь его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом Д, частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство, совершенное с особой жестокостью. Следствием собрано достаточно доказательств, изобличающих злоумышленников в совершении данного преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.